Сегодня 17 мая 2016 года. Это поселок Потеряевка. Там у нас это среди полей мы находимся. И вот здесь вот пруд у нас. Вчера вот мы копали с братьями в канал, с братом Никитой Колесником, Виталием Калинником. Вот. И вот за ночь сейчас покажу, посмотрим, какой уровень воды у нас ушел из этого пруда. Мы сделали даже на дерево зарубки, ну и колышки воткнули, чтобы показать. Вот она до сих пор бежит, водичка. Будем постепенно углублять, как только уровень воды упадет, чтобы зашло. Вот делал брат сера Никита зарубку здесь. Вот примерно сантиметров 10-12 убыло. Там вот мы колышки втыкали тоже на уровне воды. Там лежит. Потом вода поубудет, мы эти все деревья вытаскаем, вырубим, обработаем их. Вот и еще нам Геннадий значит, посоветовал в другом месте прокопать тоже, чтобы вода быстрее уходила. Пойдем, Шарик. Шарик наш друг. Ему нравятся такие прогулки с ним. Вот. Вот здесь вот сейчас мы покажем прорыв. Вот здесь вот прокопать надо будет. Вот он хороший такой слив. Все это потом затрамбуется, сделается. Даст Бог. Ну, вчера. Это Игнатий Ильич с Виктором Савченко тут навалили. Сколько дров. Такая тут плотина. И там дальше так. Все это убирать надо будет, чтобы трактор потом мог пруд очищать, наваливать здесь землю, глину. Ну вот еще, брат, тут низина. Хорошая тоже. Сейчас выведу. Ага. Шарик, ты даже перепрыгнул. Шарик ломится. Видишь, вода близко тут. Ну там, конечно, лучше прокапывать. Там низина. Пруд будет для рыбы или для коров? Не знаю. Для рыбы, наверное. Коров-то нет. Мы же не на... Там одного пруда им хватит. Который возле Кострового. Вот так вот он выглядит сейчас. А потом, если воду спустим, даст Бог осушиться. Ну, это много времени должно пройти, конечно. Еще все высохнет. Ну, кто пехотинец, прям по воде прет. Ну, Шарик учил. Он не боится холодной воды, в отличие от нас. Че, Шарик, что почуял? Дичь какую? А, Шарик. Исследователь. Исследователь, но глубин алтайских. Ну ладно, слава Богу за все.